Смотри, у меня есть книжка, которая... У меня было много времени, когда я плавал в океане, 60 дней плыл. У меня было время прочитать книжку. Да. В течение такой длительной поездки. Это книжка «Доктор Живаго», которую в школе я не читал. А там я скачал и в электронном виде прочитал. И у меня в этой книжке я нашел совершенно гениального персонажа, которого я с собой ассоциирую, который, может быть, тебе поможет в следующий раз, если у тебя будет лишнее время, полистать книжку, обратить внимание. Это брат доктора Живаго. Я Евграф Живаго. Я буду сначала рубить белых, а потом буду рубить фашистов. И при этом я еще буду помогать своему непутевому братцу, откуда-то у меня найдутся такие силы. А мы живем в одной стране, и события у нас одинаковые.